Классный заброс. Гаджибеков. Низом прострел. Но Бутковского продолжается атака махачкалинцев. Тигиев. Технично. Гаджибеков, он штрафной. Его током никто не прессингует. Можно продолжать эту атаку. Заброс. Ох, как нерасторопно действует Рыжиков. И нужно забивать. 2-1 обессилию. Вот так привоз. Вот так привоз со стороны Сергея Рыжикова. Кто бы мог подумать. Один из самых надежных вратарей в российской футбольной премьер-лиге в простейшей ситуации допускает грубейшую ошибку. И эта ошибка стоит пропущенного мяча. Это элементарный момент. Зачем? Не совсем не понимаю. Зачем Рыжиков пытался играть кулаками? Мог спокойно фиксировать этот мяч, забирать его в руки. Хотя, с другой стороны, несколько дезориентировал его здесь активный рейд со стороны Бериши. Подумал, что может вступить в активный прессинг, атакующий полузащитник гостей. Немного засуетился Сергей Рыжиков. И получите, распишитесь. 1-2. Матч уже получается результативным. И как тут не вспомнить прошлый сезон, когда соперники обменялись...